Его отличает даже голос. Гудок последней модели советского паровоза «Лебедянка» спутать с современными невозможно. Да и размеры локомотива впечатляют. Машина «Ветеран» несколько уступает по скорости современным. Разгоняется свободно до 50 км в час. Тут все зависит от мастерства машиниста. Современники с возложенной миссией справились. Здесь намного все интереснее и потяжелее. Здесь надо много рук иметь, прикладывать все. Сейчас на тепловозе не особо так, как говорится. И уголь подбрасывать тоже надо, силы иметь. 54-го года, 60 лет. Несмотря на это, хорошо себя чувствует, ведет, да, все замечательно. «Лебедянка» была лучшим из четырех локомотивов советского времени. Его конструкторов даже удостоили сталинской премии. Спустя годы машина «Ветеран» привезла ветеранов-железнодорожников на празднование юбилея Куйбышевской железной дороги. Как и благородный паровоз, труженики РЖД и сейчас готовы задать жару молодым сотрудникам. Была бы возможность, говорит Геннадий Коноплев. Он посвятил бесконечным рельсовым путям 40 лет своей жизни. Говорит, менять профессию не собирался никогда. «Я 8 лет работал на паровозе. Только не машинистом, а помощником машиниста. Ну, а остальное машинистом на электроводе уже. Паровоз, он простой по конструкции. Я могу сейчас сесть и поехать куда угодно. Только зеленая улица там была». Между собой железнодорожники шутят. Если вдруг закончится все электричество, города в стране будут соединять именно такие локомотивы. Прослужат они еще не один десяток лет. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События.